Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и в этом видео открываем еще один подарочек, который мне прислали. Прислал мне его Артем Ткаченко, с которым мы вместе состоим в одном клане ГСН Фан. Это один из моих кланов, и Артем, как участник данного клана, сбросил мне подарок именно на тот игровой аккаунт, с которого я являюсь главой конкретно этого клана. То есть сбрасывал не на основной аккаунт. Но в принципе это и хорошо, потому что этот аккаунт я использую для того, чтобы вместе с вами прокручивать рулетки. Ну что, друзья, открываем, смотрим, что Артем прислал. Артем, что бы там ни было, все равно огромное тебе спасибо за твое проявленное внимание. Итак, ребят, у нас 500 голды, черный ящик, у нас осколки фортиума и 5 купончиков. Спасибо большое тебе, Артем, за то, что ты прислал этот подарочек. Сейчас откроем дополнительно еще черный ящик, посмотрим, что из него нам упадет. Ну и, соответственно, таким образом увидим, что конкретно в виде голды Артем мне прислал. Итого, ребят, полная, скажем так, не стоимость, а полный объем того, что было прислано, уже 800 голды. И плюс, ребят, черный ящик второго уровня. Ну что, открываем. 800 голды уже упало в копилку благодаря Артему, и дополнительно туда приземляется еще 400. Того получается целых 1200 в данном подарке мне пришла в виде голды. Ну а что касается купонов, то на данном аккаунте купонов у меня, ну, прям совсем мало. По одной простой причине, потому что, скажем так, на него мне не присылали подарки. Я, в принципе, ничего не покупал, поэтому 5 купонов есть. Я думаю, что попробуем посоревноваться за уничтожителя. Пару раз сейчас крутнем, скажем так, на полную копилку купонов. И с первого прокрута нам выпадает, ну, неудивительно, абсолютно нам выпадает 100 тысяч кредитов. Почему я не удивлен? Ну, наверное, потому что оно вот так вот и падает постоянно. Итак, делаем второй прокрут, и со второго прокрута, если сейчас будет опять 100 тысяч, это будет, ну, просто жесть жестокая. Не издевайтесь, разработчики, дайте хоть что-нибудь нормальное. Черный ящик, ребят. Итого получается 1200, и с этого черного ящика мы поднимаем еще с вами... Великолепно, еще 200 голды. Итого получается, Артем, благодаря тебе моя копилка сегодня пополнилась на 1400 золотом. А это значит, что на 1400 я стал более приближен к следующим рулеткам, которые будут за голду. И, соответственно, их будем вместе с вами прокручивать на данном аккаунте. Огромное спасибо всем тем, кто участвует в этом проекте. Я имею в виду мой канал, поддерживает его развитие, ставит лайки, пишет комментарии, присылает свои подарочки и делает свои финансовые взносы в виде донатов через ссылочки, которые вы сможете найти в описании к данному видео. Я побежал снимать специально для вас. Ну а вы, друзья мои, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и обязательно возвращайтесь на следующее видео. Мира вам, мои друзья, и обязательно спокойствия. Пока-пока.